исполнил несколько своих песен на стихи поэтов разных стран, времен и народов. Первая песня на стихотворение американского поэта Уильяма Джея Смита называется «Если бы у меня была лодка».
забыли они, не забыли, как их пьяные клоуны били, как стояли они на помосте, где им ножу ломали их кости. За Орфеем в костюмчике строго поспешает она, как за Богом. Торопилась вслед Магдалина мимо Праги, Москвы и Берлина, мимо воинов, шлюх, музыкантов из жестокого мира гигантов, из жестокого мира гигантов. Скоро будут они по размеру выбирать себе сами горе и веру. Не шутите с кимо покупая и губами к нему сквозь них сновидения прорастут, как большие растения, и не будет в них бегства из плена, лишь арена, арена, арена. На стихотворение русского советского поэта Дмитрия Кедрина песня называется «Бродяга». Есть у каждого бродяги сундучок воспоминаний. Пусть не верует бродяга и не в птичий играй, ни в чух, ни на призраки богатства в темном обмороке сна, ни на вино не променяет свой заветный сундучок. И в газете пожелтелой, как мышонок, притаилась неуклюжая любовь.
летит боцман, там идет девятый вал. Перед тем, как твердо выйти в шторм из маленькой каюты, развернет бродяга сверток, мокрый ворот разорвав. И когда вода раздавит в трюме крепкие бочонки, он увидит, погружаясь в атлантическую тьму, тонколицая колдунья, большеглазая девчонка с фотографией Грошовой улыбается ему. Тонколицая колдунья, большеглазая девчонка с фотографией Грошовой улыбается ему. Поэта, позже эмигрировавшего после Октябрьской революции в Париж, Дон Аминад. Песня называется «Домашняя педагогика». Настоящего Авгура, если это только правда.
конечно, Коле от родителей влетело. Ну и пусть зато надолго будут красочные яркие впечатления в сердце Коли о Лауре и Петрарке. Ах, Петрарка, это Коля был такой мужчина в мире. Он был ласков, он был нежен и всегда играл на лире. Ах, Лаура, это Коля, нечто вроде херувима. Это то, что только снится, а потом проходит мимо. На стихотворение нашего земляка Бориса Попова «Царство небесное» тоже. Песня называется «Сеновал». Я лежал на сеновале, было душно, пахло сладко. Я лежал на сеновале в понедельник и четверг. Ну да ладно, все понятно, но последняя загадка. Где найдется в наше время сеновал у человек? Я глядел в ночное небо, и оно в меня глядело. Я поглядывал на стены, и они вперяли взор. Ах, мое немолодое и поношенное тело. И вели со мною долгий беспредметный разговор. Я ушел, смотался, смылся от особой неприступной, отдал то, что пахнут водкой, а потом уже бедой. Ну, конечно, было стыдно, стыдно, муторно, оступно, но я справился с собою и остался я собой. Я лежал на сеновале, что когда-то основали наши местные умельцы возле дома у двора. Звезды сели, сияли, мыши по полу сновали, и в далекое ночное выезжали трактора. Какое было время, жар, затмение, горение, паустовские закаты, экономный свет в избе. Я лежал на сеновале и писал стихотворение о труде, о ратной славе, о борьбе, о римском праве, о козе соседской клаве и ни строчки о тебе. Все понял, спасибо. Привычный круг.
дом и ластится к ногам. Все вокруг хозяева, однако мы идем, молясь своим богам. Полные несбывшимися снами, полные всегдашними потом, и не видим, что идет за нами. Желающие дышать свежим воздухом могут покурить.